Добавить периферии столичного лоска. В Ульяновске реализуется пилотный проект акселерации брендов. Промежуточный результат его работы презентовали на оставшей уже ежегодной секции моды, которая прошла в рамках Международного культурного форума. О том, как развивается мода в нашем регионе, расскажет Ирина Силкина. Ночь, улица, фонарь и шубы. Команда стилистов и фотографов из Москвы и Питера в Ульяновском поле снимают новый кампейн для местного бренда. Уникальный для России проект о том, как помочь региональным дизайнерам развиться и выйти, если не на международный, то хотя бы на всероссийский уровень, родился в Ульяновске полгода назад. И вот уже первые результаты. Приглашенным профессионалам дали разгуляться на ульяновских просторах. Суть проста – научить местные компании себя позиционировать на рынке. В современном, быстро развивающемся мире важно уметь рассказать свою историю и историю своего бренда так, чтобы быть услышанным. Специалисты утверждают, что ульяновцам есть что сказать и есть чем гордиться. Все ульяновские компании, с которыми мы работаем, у них очень хороший продукт. И это очень хорошее качество. И как бы видно, что организаторы, владельцы компании, они прямо заморочились на том, как правильно там швы сделать, то есть какие материалы выбрать, фурнитуру. И вот этого не встретишь в Москве и в Петербурге, то есть там больше все-таки, чтобы это хорошая картинка условно была. А здесь вот прям люди думают о качестве в первую очередь. Однако, несмотря на качество, о наших компаниях не слышат за пределами региона, да и в нем самом не всегда люди знают о существовании талантливых земляков. Причина – отсутствие сайтов и соцсетей, непростительная оплошность для бренда в наше время. Просто как бы, Екатерина Павлова – стилист и продюсер из Москвы. Работала с такими крупными изданиями, как «Блюпринт» и «Офисьель». Стилизовала и организовывала кампейны для известных российских брендов. И теперь на задворках губернаторского учит нас видеть красоту в обыденных вещах. То, что мы проезжали, видели, нас очень сильно впечатляло. Вот размер «Волги», у нас ощущение, что как будто мы на каком-то океане. И на самом деле вот природа, да, вот все, что здесь есть, это очень красиво. Этот проект взял старт благодаря федеральному гранту. И вот он уже на середине пути. В сотрудничестве с Being Open, профессиональным сообществом экспертов креативных индустрий, рождается абсолютно новый уровень взаимодействия всех, кто имеет отношение к творчеству и моде. Мы сейчас находимся на секции моды, которая функционирует в рамках Международного культурного форума. И традиционно один раз в год мы собираемся для того, чтобы говорить о моде, обучаться моде и узнавать новое. В этом году у нас очень необычная секция, потому что, во-первых, пройдет презентация акселерации брендов. Мы начали этот проект еще весной, и вот у нас есть промежуточные результаты, которые мы покажем здесь, на этой секции мода. Лекции и мастер-классы для всех творческих людей города традиционно. Но в этом году Международная школа моды шагнула вперед и объединила ульяновских дизайнеров в красивом пространстве со стильным названием «Концепт Стор». На рейлах одежда в стиле минимализма, классики и кэжуал. И у каждого бренда своя история. Мне очень приятно, что появляются новые бренды. И это здорово. В конкуренции рождается более совершенный продукт. У каждого свое видение, свой почерк и свой контекст. Поэтому чем больше будет брендов, тем лучше для всех. Для нас, для сообщества, для коллег и для развития в целом. Для нас, для всех сейчас стало вдохновением наша Родина, потому что мы ограничены в передвижении, и мы начали все вдруг анализировать свой дом, где мы живем, людей, которые нас окружают, и, естественно, природу и родной край. А уникальный проект акселерации брендов по его завершению, скорее всего, распространится по стране. Потому что мода в регионах существует. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.